Со всей Омской области 13 и 14 октября съехались волонтеры, экологи и кадеты в молодежный центр «Химик». Третий год подряд фестиваль детских и молодежных общественных объединений и организаций проводится Министерством по делам молодежи Омской области в рамках долгосрочной целевой программы «Новое поколение». Создание условий для развития личности и самореализации молодых граждан – основная цель фестиваля. Все творческие, все разные, но все заняты одним – нравственное воспитание подрастающего поколения. Цели и задачи у всех организаций направлены на развитие духовной личности. Показать себя и на других посмотреть. Ни много ни мало 42 организации приняли участие в фестивале. Помимо основной задачи рассказать о себе, ребята посещали семинары и участвовали в конкурсах. Идет игра по станциям. Весьма интересная, но очень сложные вопросы думать. Думать приходится много. Мы приехали, чтобы научиться тому, что мы еще не знаем. Также провести время вместе всем, познакомиться, поделиться опытом. Параллельно с фестивалем на втором этаже «Химика» состоялась пресс-конференция «100 дней после ритма». Победители форума разных лет рассказали о реализации и функционировании своих проектов. Мы проводим данные мероприятия в рамках популяризации молодежного форума «Ритм», так как это на сегодняшний день, на мой взгляд, одно из самых ключевых и крупномасштабных молодежных проектов нашего региона. Участники фестиваля молодежных организаций также присутствовали на обсуждении крупнейшего форума региона. Больше всего их интересовало, когда можно будет подать заявку на участие в «Ритме-2013». Молодым инициативным не терпится покорять новые вершины, а фестиваль – это прекрасная возможность в очередной раз проявить себя.